Всем добрый день. Очередная задача по информатике 2 третьего семестра. Определить методом HORT. Так, я еще раз повторяю, что я буду показывать на основании того лекционного материала, который я давал. Вы внимательно смотрите условия задачи, чтобы выполнить ее, но успешно. Итак, вот у нас условия, вот у нас блок-схема. Так, ну и начинаем писать программу. Начинаем с заголовка. Кто забыл, тот вспоминает структуру программы. Так, дальше нам понадобятся переменные. Это А, это Б, это погрешность, которую мы обычно так обозначаем. Дальше вам понадобится x из комы. Так, ну и все это будет у нас реальным, то есть вещественным. Так, и понадобится нам итерация, на которой найдена, тоже из комы. К тоже будет целочисленное, тип integer. Так, начинаем писать функцию. То есть у нас из кома исходная функция. Так, здесь будет x1, он реальный. Дальше тип, значит, тоже будет реальный. Так, дальше тело функции. Так, и здесь у нас единица минус x в квадрате. Дальше плюс единица поделить на 6, умноженное на x, так, в кубе. Так, это все делается согласно Паскалю. x1. Так, ну а здесь воспользуемся стандартной функцией. Возведение степени. Так. Так, помимо основной функции, то есть если посмотреть блок-схему, то есть есть основная функция, вот она, и есть еще и вторая производная. Поэтому нам нужно еще функцию второй производной. Давайте обозначим ее так. Так, опять x1. Тип вещественный. Функция вещественная. Так, имени функции присваиваем значение. Так, первое производное, это будет у нас единица, у нас исчезает. Дальше первое производное будет 2x. А вторая производная минус 2. Так, дальше плюс. Первое производное у нас будет 1 вторая x в квадрате. Так, вторая производная, просто x. Так, ну и процедура. Так, у нас метод HORT. Так, нам понадобится А, Б. Так, делаем погрешность, которая будет параметром значения передаваться из основной программы.
Так, и параметры переменной. Это нам x искомый. Так, и параметр переменной. Это мы, как обычно, определим, на какой итерации найдем. Так, ну и смотрим, то есть первое у нас идет условие, так и пишем, если f от a1 умноженное f p умноженное на, вернее, от a1, так, больше нуля. То тогда, так, нам нужно здесь несколько операторов выполнить. Так, x нулевое будет равно b1. Так, а c будет равно а. Так, and иначе опять x нулевое. Такое же теперь местами меняем. Так, здесь А1, то есть будет А1 равно, так, ну а С будет равно В1. Так и есть. Так, единственное, что нам не хватает, еще две переменные, именно x нулевое и c. Все пишем внутри процедуры, потому что они являются внутренними. Да, и еще тоже забыли, нам здесь понадобится метка, как в предыдущих вариантах. Так, первым делом мы обнуляем значение, дальше увеличиваем значение итераций. Так, здесь можно сразу поставить метку, потому что сюда мы будем обращаться. Так, ну а дальше пишем уравнение, то есть x равно x нулевому, дальше минус f от x нулевое, дальше умножаем x нулевое минус c. Так, ну и все делим на f от c минус f от x нулевого. Так, сколько закрывается? Да. Так, дальше проверяем условия по модулю, если x минус x нулевое больше погрешности, тогда мы x нулевому переприсваиваем значение x
и возвращаемся благодаря метке на повторение выполнения значения. Если нет, то прекращаем выполнять. Так, пишем программу. Опять пишем себе комментарий, что нужно сделать. А именно нам нужно ввести А, ввести Б, ввести Эпсилон. Осуществляем ввод при помощи стандартной процедуры ввода или оператора ввода. Так, А, Б и Е. Епс, как мы написали выше. Так, дальше воспользуемся процедурой. Так, то и подставим на место формальных параметров фактические. Так, ну и это мы осуществили. Так, ну и осталось то, что сделать. Это вывести то, что мы получили на экран. Так, на такой-то операции. Так, ну и давайте проверим, есть ли ошибки. Так, а ошибки есть, потому что заканчивается точка у нас. Так, здесь неизвестно x, правильно неизвестно, потому что у нас x1. Так, здесь нулевое. Так, ну и опять 0, 2, целых 1 сотая. Так, значение не найдено. Почему не найдено? Потому что мы здесь неправильно записали. Здесь x нулевое минус c. Ну, еще раз пробуем. 0, 2. Вот, нашли корень уравнения. Так, ну и проверяем. То есть он у вас должен построить, кто не построил, смотрим видео на этом канале в плейлисте Информатика 2. Так, ну и этот этап основной выполнен, можем приступать к остальным другим. Так, ну в данном варианте начнем с электронной таблицы. Итак, нам нужно здесь ввести А, Б и Эпсилон.
Так, это у нас 0, это у нас 2, это 0,1. Так, давайте осуществим проверку. Давайте чуть выше начнем. Так, ну первое, вот здесь мы определим f от a. Так, здесь определим f от p от a. Так, ну для этого 0 минус квадрате плюс единица поделить на 6 умноженное на а кубе. Так, чуть дальше можно делать. Так, все осталось на месте. Так, ну и следующее действие, минус 2 плюс данное значение. Так, здесь напишем x нулевое равно, а здесь напишем c равно, причем сделаем их чуть повыше. Что здесь делаем a равно 0. Так, ну и вставляем условие. Так, если это умножить на это больше 0, то у нас x нулевое равно b. Если ложь, то x нулевое равно a. Так, это сделали. Так, ну что, мы правильно сделали. Так, это возвращаем на место. Так, а здесь другая ситуация. Здесь это равно если истина а, а если не истина, равно b. Так, следующее действие 5i. Так, здесь равно это плюс 1. Так, дальше. Предыдущее. Так, и здесь давайте еще добавим, чтобы нам повторять те же самые действия, то есть f от x нулевого равно, так, и f от c равно.
выходцы. Ладно, пусть такое будет. Так, ну и здесь опять функция единица минус. Здесь нулевое квадратик плюс единица поделить на 6, умноженное плюс нулевое в кубе. Так, ну и здесь единица минус. C в квадрате плюс единица делить на 6 умноженное на C. Так, ну и искомое уравнение. Так, x нулевое минус f от x нулевого умноженное на скобки x нулевое минус xc поделить на x от нулевого минус fc. Так, ну и проверка. Так, вызываем функцию условия. Так, bs по модулю текущий x отличается от x нулевого, там больше погрешности. Так, если чтобы нам еще раз переписывать и зафиксируем, то здесь корня нет. Если истина, то корня нет, а если ложь, то корень. Нет. Так, переписываем значение. Так, это равно тому же, без изменения. Так, дальше. Давайте несколько сделаем. Так, какой основание на 4? Ну да, не забываем продлевать. Так, второй этап у нас сделан. Ну и переходим к следующему этапу, это текстовый редактор. Так, начинаем оформлять. Вашу работу.
Так, вставляя все формулы в редакторе формул и так далее. Я себе упрощу задачу до того, что у меня уже условия написаны. Так, вставляем, чтобы удобно было пользоваться. Так, ну и рисуем блок схему. Так, сначала нарисуем сразу же две блок схемы. На функцию и на вторую производную. Оформляем. Так, вставляем функцию и вставляем производную. Так, ну и еще добавляем направление выполнения. Так, это мы оформили. Так, следующая у нас идет процедура. Представляем. Полотно. Так, дальше мы будем выполнять начало. Сразу же не забываем. Программа функции. Так, дальше у нас идет условие. Дальше у нас идет вычислительный процесс при присвоении. Блок вычислительного процесса присвоения. Так, дальше у нас большой блок, дальше побольше вычислительный ответ. Так, дальше у нас опять условия. Так, ну и опять под присвоение. Так, ну и в конце конец масломасляное. Так, добавляем текст начала. Так, дальше у нас две функции. Программы
Можно просто через запятую, не обязательно каждый раз. Так, дальше у нас условия. Так, дальше. Допустим, правильно, путь стрела у нас находится. Так, неправильный путь справа. Так, здесь добавляем начальное значение. Так, 10. Значение. Так, дальше. Условия нахождения корня. Так, правильный вариант у нас находится слева. Так, ну и добавляем линии связи со стрелками, указывая тем самым направление движения к блокам. Так, ну ничего сложного нет, потому что я повторяю то, что у нас было на лекции. У вас будет немножко отличаться. Так, ну и забыли ли самое главное, что мы оканчиваем выполнять. Так, подбираем под размер. Так, ну и последнее, что у нас осталось сделать. Это непосредственно программа. Так, теперь добавляем полотно. Так, немножко туда добавили. Так, начало. Программа, процедура. Так, числительный блок чуть попозже. И сначала вот будет. Так, после вычислительного вывод. Так, ну и конец. Так, ну давайте выполнять. Так, дальше. Добавляем себе название под программы. Дальше добавляем то, что нам нужно ввести.
Так. И добавляем вот этот блок. Так, ну и последнее. Опять линии связи. Куда же без них-то? Так, вот и все. Оформление. Единственное, лучше всего назвать именно, что это у вас, что это, а стоп. Еще забыли, чтобы было понятно не только вам, но и другим, правильный путь выполнения. Так, ну вот теперь все. Так, спасибо за внимание. Всем удачных выполнений лабораторных работ. До встречи в следующем видео.